Поменять столичную жизнь на деревню в белорусской глубинке. Почему нет? Елена и Андрей Шамба съехали из города и стали фермерами. И знаете, никакой жертвенности. В их доме соединились современные удобства и сельские традиции. С одной стороны, посудомоечная машина, с другой – русская печка. И бывшая москвичка Елена разводит кур и гусей, причем делает это с видимым удовольствием. Андрей готовится к посевной, работам в саду и от корма быков. Репортаж с Хотинской глубинки ведут Илона Иванова и Юрий Овласцов. Наши москвичи приезжают, идут в лес вместе с нами. Конечно, они все в восторге. Но сразу у них болят головы. От кислорода. От кислорода, да, очень много кислорода. С кислородом в деревне Горня действительно все в порядке. Это небольшая деревня на Хотинщине, всего в 2 километрах от российской границы. Самый-самый восток Могилевщины и Беларуси. Но патриархальной Горню уже теперь никак не назовешь. Супруги Шамба как будто внесли сюда новую свежую струю. Андрей – уроженец Горни и теперь ее староста. Он пытается выстроить здесь и свое фермерское хозяйство, и поддержать родную деревню, и наладить свою новую жизнь. Ну, в Москве чувствуешь себя как в тюрьме, в четырех стенах. Едешь с работы, приехал домой, лежишь с утра опять на работу. Одна братья. Как бы одна, ну, одно и то же, одно и то же. А здесь всегда все новое. История этой семьи удивительна. Лена и Андрей знакомы с юности. Она приезжала к бабушке в российскую приграничную деревню, и молодые люди встретились на танцах в Горне. Потом они расстались на года, пожили в больших городах и уже вновь встретились в Минске. И поехали на малую родину Андрея налаживать сельское хозяйство. Звезда, курица, прям подыгрывает. Хозяйство во дворе небольшое, хотя по меркам детей асфальта и любителей городского комфорта уже это трудовой подвиг. В сезон фермер Шамба будет растить быков, а весенний порой его ждет собственная посевная компания и работа в саду. Скоро придет пора, когда уже будет не до развлечений. Тайсон, нельзя, иди сюда. Тайсон, нельзя, иди сюда. Арчи против гусака. Мы находимся в бывшем колхозном саду, который отдали нам. Андрей нанял людей, они почистили немножко. Почистили, да, деревья облагородили, и такой урожай был хороший. Но на этот год тоже планируем большой-большой урожай. Вы не чувствуете себя здесь как будто вот одинокими? Света? Нет. Нет. Как будто вот вне цивилизации. Нет, я себя чувствую здесь, в своей тарелке. Ну что, у нас тут что есть? Когда... Все коммуникации, все есть, что машина есть. Когда захотели, выехали. Свет есть, слава богу. Ну, что еще? Газа нету, правда. Интернет есть? Конечно. Чего? Вы полностью информацией владеете. Дом супругов Шамба отличается от городских квартир. Полно бытовой техники, но рядом печь, здоровенный чугун. Традиционной деревенской еды будет к столу на ужин. Такой, по мнению хозяев, и должна быть современная деревня. Взять лучшее из прошлого и настоящего. Мы хотели бы жить вот именно... в уюте. Мы себе его создали и стали жить, наживать. Еще больше имеем, чем люди городские. Правильно говорят, что теперь понятие столицы и провинции стирается. Все зависит от выбора образа жизни. Спокойствие или многолюдие, свежий воздух или кондиционированный офис, свой огород или супермаркет за углом. Все, конечно, не так примитивно, но суть ясна. Можно жить где угодно, в городе или в деревне. Но главное, с кем и как. Что бы вы пожелали всем женщинам? Любите и будьте любимы.